видим, что две передачи буквально. Защитник начал атаку, отдал передачу. Ух ты, как здорово! Армейцы сейчас все разыграли. Знаешь, просто непредсказуемо сейчас здесь был Данон. И Ракел Матилов смотрели, куда поехал. Кисты играют там 5 на 4, 4 на 5. Это момент тренируемый. Вот перекат Линуса Умарка! А бросить забыл, но передача здесь! Великолепно разыгранная комбинация. Артем Лукоянов. Да, ошибка Свиндерга. Да, ближний угол. Алексей Викторович, ну это было красиво. Всю зону распознавали передачу. Игорь Викторович, я преклоняюсь перед Чибисовым. Наши хорошие, наши хорошие. Они подработали. Слушаем.